Всем привет, да? Сегодня мы будем открывать вот такой большой, собирать пиратский корабль. Можно? Да? Я хочу белый сокровищ. Там есть сокровища, давай. Я хочу белый сокровищ. Вот, сундук с сокровищами. Ну что я хочу? Пираты, пиратский корабль. Скелеты, класс. Сейчас мы будем сокровища вначале. Хорошо, первые сокровища. Мы сейчас возьмем ножнички, да? Откроем. Корабль называется, наверное, «Черная жемчужина». Сейчас мы достанем все детальки оттуда. Я хочу жемчужинку, это будет клад. Клад, да? Конечно, какие же пираты без сокровищ, да? Пираты без клада. А я хочу первый клад. О, смотри, сколько всего тут. Где клад? Клад, сейчас мы... О, даже есть паруса. Вот это класс. Смотри, где какие где-то клевые пиратские Мама, паруса. Клады. Инструкция у нас также клад, есть. Все, будем сейчас собирать. Собирать. Мачта. Клад. Давай посмотрим. Ого, сколько деталей. Вот это да. Сейчас нам придется с ними разбираться. Сейчас Мама, мы их разрежем. Давай. Я хочу... Клад, да? Ты хочешь сундук? Сундук? Сундук с жемчужинами. А вот все вот эти пакетики с кучей-кучей деталек. Где наш сундук? Сундук с сокровищами, да? Ну, где-то он есть среди этих пакетиков. Где-то есть сундук с сокровищами, да? Сейчас будем собирать и уже найдем. Хорошо, Арина? Давай попросим папу, чтобы он нам помог собрать этот конструктор. Да, и найти наши... И найти сокровища. Хорошо? Ну что, начнем собирать? Да. Thank you.
что, собрали вот такой пиратский корабль, да? Смотри, тут у нас покажем всех наших пиратов. Вот такие пираты. Да, у этого пирата даже повязка на глаз есть. Такая треуголка. Класс. Ой, пушки. Так, следующий пират у нас вообще какой-то злостный. Арина ему дала и шпагу, и пистолет. Вот какой серьезный злой пиратище. Вооружен и опасен. А этот добрый. Смотри, улыбается, у него ничего нет в руках, никакого оружия, просто такой добренький пиратик. Вот такой наш пиратский корабль. Да, тут есть только палуба, руль крутится. Есть каюта внутри там. Весла даже есть. Если вдруг нужна помощь, то могут пираты сесть и веслами. Есть также еще у нас, смотри, есть якорь можно бросить. Есть пушка. Пират, ну такой череп пиратский на носу. И вот такой его не видно. Ой! Это ружье! Ружье попадало! Все пока-пока! Пишется мой канал и дайте лайк!